Всем привет, ребята, вы на канале Глеб. И сегодня мы продолжаем играть в Fall Guys. Сегодня у нас отряды. Поехали! И первое испытание это у нас головокружительная высота, да. Это головокружительная высота. Ну и это правда, потому что вы посмотрите, мы выше облаков. И наш отряд состоит из 4 человек, все хорошо. И попробуем максимально спасти наш отряд по поинтам, как профессионалы в Fall Guys. При этом я иду не первый в своем отряде, так что в нашем отряде играют прямо очень крутые игроки. Мы вот так вот выращиваемся. Сюда вот я хотел пройти, но не прошел. Ну и я первый в своем отряде. Это и хорошо, и плохо. Почему хорошо? Потому что я хорошо играю. Почему плохо? Потому что я все-таки играю для отряда. Ну и сейчас попытаемся попасть мы под молоток. Попали, конечно, но не до конца круто. Уже кто-то начинает проходить. Ну и класс. Сделал я рывок вперед. 31 поинт мы приносим нашему отряду. Ну и несмотря на то, что ему вот так вот не повезло, мы все равно проходим. Но если бы мы сейчас из-за него не прошли, то это было бы очень-очень... С одной стороны смешно, а с другой стороны вообще не круто. Потому что мы бы не прошли. Но у нас следующее испытание. Это Тундра Ран. Или Тандра Ран. Или Тандра Ран. Короче, я не знаю, как это читается правильно, но... Ну, короче, это... Прикольное испытание, оно зимнее, снежное, а сейчас у нас как раз зима, поэтому оно для нас прямо отлично подходит. Ну что ж, бежим максимально круто, как можем. Бежим, 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 очень... Быстро, да. Сделал рывок вперед. Очень эффективный. Прямо я последний в отряде. Но сейчас пробуем из-за этого крутую штуку, которая у нас не получается. Ну, ладно. Окей. Бежим, 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 бежим. Здесь запрыгиваем и падаем, конечно. Конечно, падаем. Это же я, как иначе. Но, тем не менее, проходим. 21 поинт приносим нашему отряду. И пока у нас все хорошо, пока мы проходим. Ну! Но это еще не факт. К сожалению. И, ну, что ты делаешь? Как можно было вообще не попасть? И мы не проходим. Давай, давай, проходи, проходи, это для твоего отряда. Ну что ты делаешь, давай, проходи. Давай, 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 пожалуйста. Нет. Ну, да, вот наш отряд. Вот о чем я и говорил, что если отряд плохой, то ты ничего не решаешь. Ну, как бы, вот так иногда происходит в... игре отрядами, но все равно мы проходим во второй раунд. Хотел я сказать финал, а потом понял, что до финала там было далеко. Ну что ж, летим все-таки на следующую игру. Надеюсь, у меня будет очень крутой отряд. Ну а если нет, то нет.
И это у нас Party Promenade. Это очень прикольное испытание, но сделано в таком прикольном стиле, который лично мне очень нравится, но не знаю, как вам, напишите в комментариях. Ну и здесь у нас наполовину трубы, наполовину что-то другое. И оно такое красочное, прикольное испытание. Бум. Летим сюда. Вниз. Вот так вот эффектно перепрыгиваем. Вот так вот бежим, как настоящие профессионалы. Пробегаем вообще. Пушка нас не тронет. И да, действительно, она нас не тронет. Вот так вот эффектно, я хотел сказать, перепрыгиваем, но не перепрыгнули мы. Ну и сейчас из трубы мы вылетаем. Нужно схватиться. Сейчас схватиться за эту балку. Хватаемся. Прыгаем на это. Надеюсь, будет видение. Видение действительно есть. Сюда. Летим по трубе. Везение! Везение действительно у нас есть, и я приношу своей команде целых 38 поинтов. Это реально много. Но, несмотря на это, мы можем и не пройти, если мой отряд будет играть вот так, как эта мороженка. Так что, давайте надеяться на мой отряд. Мы, кстати, уже не проходим. Но, два человека из нашей команды и так прошли. Три человека. Мы проходим, ну и надо надеяться, что другие команды сыграют плохо, а не наша команда хорошо, потому что, судя по тому, как он играет, нам на свою команду надеяться нечего. Ну реально, что ты делаешь? Это уже становится смешным. Вот. Ой, я случайно переключил. Вот так. Вы просто посмотрите на этого игрока. Просто. Это реально смешно, но с другой стороны грустно. Потому что иметь такого человека в нашем отряде не круто абсолютно. Но надеюсь, что несмотря на это мы сможем пройти сейчас. Выживание, выживание, потому что если один человек даже останется, то ничего страшного. Давайте выживание, выживание, роллаут какой-нибудь. Хрупкий пол или что-нибудь, что выживание, вот. Snowball Survival можно. Давайте. Или носорогов. Или что-нибудь выживание. И... Нет, у нас Speed Slider. Это гонка, где нужно... скользить на животе, как я это называю, пингвинчиком. Ну и в целом, я бы оценил себя в этом испытании на... 7 из 10. То есть я играю не идеально, но все-таки умею достаточно неплохо с этим испытанием быть и его проходить. Вот так вот. Поворачиваем сейчас. Поворачиваем, я сказал. Прыгаем, 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 прыгаем. Вот так вот пропрыгиваем. Давай, давай, давай. Игрок, прыгай. Поворачиваемся. Вот так вот. Поворот. Блин, не схватил. Не схватил ускорялки. Ну и в целом, ладно. Зато сейчас хватаю каждую ускорялку. Нам надо пройти с нашим отрядом. Вот так вот, 17 поинтов. Я приношу нашей команде... Надеюсь, этого хватит, и да. Этого хватило, чтобы быть квалифицированным в следующий раунд. И у нас 6 отрядов проходит дальше. 6 отрядов. Это, конечно, еще не финал, но уже к нему близится. Сейчас, пожалуйста, выживание, 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 и да! Это, конечно, не лучшее для меня выживание, я не очень умею в это играть, но... Хотя бы выживание это уже
Прекрасно. Блок Перти. Это у нас называется. Окей. Будем в этом испытании, надеюсь, сейчас тащить. Ну и нам нужно выживать как можно дольше, чтобы поинты нашей команде принести. Так, ну пока стоим на месте. А тут уже чуть-чуть придется пробежать. И сейчас по краям мы все разбежимся. Все из этого края в тот, вот так. И сейчас... Сейчас будет снова вот так. Ну, короче, вначале реально легко. Потом будет реально сложно. Поверьте. И уже... Уже достаточно сложно у нас. Я не в ту сторону побежал, но тем не менее мы выживаем. Куда сейчас? Сейчас просто оставаться на месте и прыгнуть. Чуть-чуть сдвинуться вправо и прыгнуть. Ладно, уже так комментировать реально не буду, потому что это... Это скучно. И у нас все держатся. Это просто отлично, что все у нас держатся. И начинает быть уже более сложно. Вот о чем я говорил. Ну, если кто скажет легко, то... То для меня реально нелегко. Имейте в виду. Сейчас в эту сторону надо будет... Сейчас снова в эту и бегать так из стороны в сторону, хоп. И... Ну нет, ну вы меня толкаете, игроки другие, вы чё? Вы чё вообще? Блин! Мы вылетели, да ну! Как так можно? Мы вылетели прямо сейчас, но... Просто нужно было не падать секунду, и мы бы не вылетели, но... К сожалению, иногда не получается, поэтому на этом будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а я желаю всем удачи, всем пока!